началом летнего сезона на территории Славянского района начали свою работу детские дворовые площадки. Активный отдых, праздничное настроение, веселые конкурсы и просто приятно проведенное время детям смогут обеспечить вожатые. Но для начала им предстоит пройти учебный семинар в специальной школе, которая и создана для того, чтобы помочь будущим вожатым. Продолжение темы смотрите в следующем материале выпуска. Виолетта Беляева мечтает попробовать себя в роли вожатой. Она только закончила 10 класс, но уже определилась со своей будущей профессией. Педагог начальных классов. Вот ее выбранный путь. И поэтому с большим удовольствием посещает школу вожатых, организованную Управлением по делам молодежи и Молодежным центром «Континент». Полученные на таких уроках знания будут полезны ей и в дальнейшей жизни. Они мне пригодятся для общения с молодежью, с детьми как младшего возраста, так и постарше. Участники семинара считают, что время, проведенное ими в лагере, станет самым запоминающимся временем в году. Ведь они посвятят его очень интересному и правильному делу – общению с детьми. А сейчас получают необходимые знания для будущей профессии в школе вожатых. Хочу сказать, чтобы заниматься с детьми, нужен, конечно же, богатый педагогический опыт. Но мы стараемся частичку своего опыта передать ребятам для того, чтобы они хотя бы небольшие навыки получили для общения с ребятами. Для того, чтобы выявить у них интересы, чтобы выявить среди них лидера, чтобы сплотить ребят. Этому научиться, конечно, за такой маленький промежуток практически невозможно, но мы стараемся. Посещая такие уроки, ребята в теплой и дружеской атмосфере узнают интересные конкурсы и игры для детей. Основные принципы их дальнейшей работы получают навыки правильной организации летнего отдыха. Надежда Неткачева, Михаил Воргулев, Константин Монастыренко. Программа «События».